14 июля его вывели из медикаментозной комы. Полного сознания пока нет. Дышать самостоятельно Игорь пока не может. Возможно, это из-за того, что часть головного мозга, центр управления дыханием, пока не восстановлена. Возможно, что гематома именно в этом месте до конца не рассосалась и что-то передавливает. На голосовые обращения он пока не реагирует, но есть реакция на прикосновение. Левая часть тела с минимальными движениями. Напомним, все случилось в ночь со 2 на 3 июля. Сотрудников ЧОП в гостиницу вызвал вахтер. После их прибытия в помещениях отеля завязалась драка. Вот Игорь, ты прошел. Игорь, ты прошел. Вот он, голова его видна, да? Вот и начинается. На, даже не бросился, ничего никого. Известно также, что один из сотрудников охранного предприятия задержан. Его поместили в следственный изолятор. Идет расследование уголовного дела. Олег Романов, Ярослав Большаков, телевизионная служба новостей.